Множество зрителей собрались 21 ноября в гостеприимном зале районного дворца культуры. Гости собрались, чтобы поздравить коллектив дворца с юбилеем, с 55-летием со дня образования учреждения. У нашего районного дворца культуры богатая творческая история, богатые творческие традиции. И нынешнее поколение сотрудников, участники творческих коллективов районного дворца культуры не только бережно сохраняют эти традиции, но и успешно их развивают. И большое вам спасибо за это. На протяжении уже 55 лет Ахинский дворец культуры вносит неоценимый вклад в культурное развитие района. На его счету эстетическое и нравственное воспитание многих поколений ахинцев. Сегодняшние работники дворца держат высокую планку, бережно сохраняют и приумножают традиции, заложенные предшественниками, людьми, которые стояли у истоков. Слова благодарности и поздравления звучали от многих, кто пришел на праздник. Но в первую очередь, конечно, слова благодарности, слова признательности я хотел бы адресовать тем людям, которые возглавляли творческие коллективы, руководили дворцом в прошлые годы и заложили основу творчества, основу таланта, который является сегодня визитной карточкой Дворца культуры. Ну и, конечно, от имени депутатов, от имени всего собрания, огромная благодарность сегодняшнему новому поколению руководителей вот этих замечательных творческих коллективов, которые смогли не только сохранить переданное им, но и приумножить, ведь слава Дворца культуры, она не только в Ахе гремит, но и в Южно-Сахалинске, и на федеральных площадках наши хореографические, танцевальные, театральные коллективы востребованы на всех уровнях. Большое спасибо вам! Творческое начало и огромная ответственность – это два бесценных качества работников районного дворца культуры. Поэтому не каждому по силам справиться с этим трудом. Такая слаженная работа коллективов была бы невозможна без очень важной составляющей. Это техническое звено – работники сцены, осветители, звукорежиссеры. 55 лет – это возраст, когда уже есть определенный опыт, есть достижения, о которых мы тоже помним и которыми гордимся. Но, тем не менее, еще много всего интересного впереди. Наш дворец культуры, он был, есть и остается главной творческой площадкой нашего города. Именно здесь зарождаются те идеи, которые находят воплощение в главных городских праздниках. Это и народные гуляния, фестивали, концерты. Поэтому я хочу еще раз поздравить весь коллектив районного дворца культуры прежде всего и пожелать вам дальнейших профессиональной деятельности, творческих успехов, а в личной жизни простого человеческого счастья. Коллектив учреждения силен традициями. Здесь, как и раньше, работают народные коллективы, театральные, хоровые, танцевальные студии. Ежегодно во Дворце культуры проводятся сотни мероприятий культурно-досугового направления. Вокалисты, танцоры и артисты Дворца культуры неоднократно становились дипломантами и лауреатами конкурсов и фестивалей различного уровня, от районного до всероссийского. Хочется также сказать огромные слова благодарности всем тем, кто стоял у истоков становления нашего Дворца культуры. Я хочу им сказать точно, что мы помним об них и всегда ставим пример молодым специалистам, которые приходят к нам. Хочется также поблагодарить тех, кто на протяжении этих 55 лет, коллеги, которые по кирпичику делали тот фундамент, ставили фундамент развития культуры Ахинского района и Сахалинской области. Потому что действительно наш дворец культуры гремит не только по Сахалину и в Ахе, но и действительно по России и за рубежом его знают. Также хочется сказать слова огромной благодарности коллегам, которые сегодня работают в этих замечательных стенах и приняли эту эстафету и держат ту планку высокого уровня профессионализма, которую на протяжении этих 50 лет им передавали. Множество наград, грамот, благодарственных писем в этот день получили работники Ахинского дворца культуры. Впереди много работы и большие перспективы. Работники дворца еще не раз будут радовать ахинцев своим творчеством. А взамен мы, благодарные зрители, готовы дарить артистам свою любовь.